Всем приветики, пистолетики, с вами я, Софья Красильникова, как же без меня-то. В общем, сегодня я решила снять для вас видео «Продуктивный день на карантине». Те, кто подписан на меня в Инстаграме, давным-давно знают, что я заболела и, возможно, короной. В общем, пока жду анализов, сижу дома, и вот решила снять вам такой видосик. Так что желаю всем приятного просмотра, погнали! Все, я брала диван, у меня одышка нереальная. Просто unreal. Сейчас я буду садиться делать уроки. Блин, я безумно устала. Я боюсь выходить это на тренировки, потому что я задохнусь. Трэш. Полный трэш. Ой-ой-ой. Так, пока компьютер тут загружается, пошла умоюсь. Все, короче, села делать уроки. Сразу настроение на ноль. Кстати, вот в электронном дневнике я сейчас посмотрела, не особо-то немного нам задали. Сейчас буду переписывать сочинение. Переписывать я буду в заметке, потом я скину в ВК, копирую и в Word. Просто гениальность. Чтобы мне вот это вот на листике не писать. Все равно я приду в школу, мне надо будет переписывать это все дело. А я вот этот листик распечатаю и перепишу все. Продуманка. Наше свободное братских народ в союз вековой. Закончился гимн. Играл гимн. А я? Как патриотка. Конечно же, пою. Сейчас, знаете, такие модные шапочки, вот такие вот. Я нашла по кожу. Будем делать из нее такую шапку. Я, короче, сейчас покажу вам. Вот она длинная, мы ее сейчас закатаем, и, по идее, должна получиться такая шапка. Поэтому сейчас будем закатывать и смотреть, что у нас получится. Кстати, по поводу дел своих, уроки я уже сделала, канал второй создала. Я сказала маме, что я сейчас буду, типа, убирать комнату, все дела. Она сказала, что давай лучше уже в выходные. То она завтра идет работать, ее выписали, мне еще нет. Так что да, на такие вот делишки. Почесалась. Пич, курни-курни. В принципе, ничего так неплохо. Немножко
конечно, на бомжару похоже какого-то. Я запуталась. Пич. Мне не нравятся мои волосы. И вот эти шапки, ну, на шапке, короче. А может, и нравится. Не знаю. Я уже 100 лет не снимала тиктоки, поэтому, скорее всего, сейчас засниму тикток. Как вариант. Короче, ко мне пришло какое-то маленькое вдохновение снять тиктоки. Вот поэтому я сейчас накрашу себя. Будем снимать. Ну вот и все, я уже переоделась, все. Поснимала тиктоки. Подписывайся на мой тикток, на мой инстаграм. И подписочку, пожалуйста, на канале. Я вас люблю. В принципе, это все, что я делала на карантине. Ничего особенного, ничего интересного. Вот такие вот дела. Ну, видео подошло к концу. Я надеюсь, что вам понравилось. И хочу вам снова сказать, чтобы вы никогда не опускали руки и шли до конца. Люблю вас. Муа.